Ну что, очень крупно пацаны проиграли. Но. Что случилось? Ну, не как... знаю, все уставшие какие-то бегали. И... Да может, и не... тренировок слишком много, я не знаю. Не пасовали. Да, и... Иван Николаевич слишком вас. Да не. Да не, я не сказал. Да не, сейчас на игровой просто нас как-то поделили, непонятно. И играли комбинацию очень долго, полтора часа, и прям очень замотались в пятницу. Поэтому, я думаю, это повлияло сильно. А так, я думаю, то, что в следующей встрече мы можем вполне те же самые плюс 34 дать, что и они нам. Ну, в первой игре вы проиграли 4 очка, а сейчас 34. Да. Прогресс налицо. Следующую выиграете. Следующую выиграем плюс 40 тогда. Плюс 40 выиграем. Ну. Ага, понятно. Как вам соперник? Соперник сильный, и мы это понимали и готовились, но, видимо, нашей подготовки не хватает. Спасибо. Готовь.